И надо сказать, что Хокинг, если бы он слышал мои слова, он бы меня хорошо понял, потому что он был атеистом, то есть он был бесконечно бесстрашным и веселым человеком, который умел к самым щекотливым, самым больным для всех людям темам относиться с невероятной фантастической легкостью. И он прекрасно понимал себе конструкцию этого мира, он прекрасно понимал, что, в общем, и так судьба была к нему необыкновенно благосклонна, дав возможность, ну, сделать все, что он сделал. Общем, спасибо большое, Александр Глебович Невзоров. Спасибо за эти слова, в том числе. О них очень многие просили. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Очень рады были вас слышать и видеть, наши слушатели. Виталий Дымарский, Александр Невзоров, Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.